Всем привет! Захотелось мне начать какую-нибудь маленькую, но интересненькую вышивку. И я выбрала для этих целей вот такой букетик от фирмы Dimensions размером 15 на 15 сантиметров на 18 айди. Мне кажется, что вышивать его должно быть очень интересно. При этом он достаточно небольшой. Итак, смотрим, что входит в набор. И еще раз покажу картинку, так она меньше бликует. Инструкция в виде книжечки на русском языке. Прям такая солидная книжечка. По-моему, мне раньше такие не попадались. Может, попадались? Просто уже не помню. Общая инструкция ко всем наборам, я так понимаю. Да, здесь все описано, и что входит в какие наборы, со счетным крестом, нечетным крестом, гобеленом и так далее, печатный крест. Есть инструкция, как разбирать нитки. Так, здесь по цветам. Прям какая-то такая подробная достаточно книжечка. Все-таки, наверное, раньше я не встречала. Есть даже инструкция, как заправлять нитку в иглу. Ну и по технике выполнения стежков тут есть подробная инструкция. Прям полезная, можно сказать, книжечка, ну, особенно для тех людей, которые только начинают заниматься вышивкой. Так, смотрим дальше. Канва. Небольшой кусочек канвы. Плотная канва, жесткая достаточно, в принципе, как, наверное, всегда у этой фирмы. Как я уже сказала, это 18-я Аида, цвет вроде как айвори. Так, дальше у нас вот тут ниточки. Достаточно много ниточек для небольшого такого дизайна, мне кажется, приличное количество. Так, по количеству цветов. Ну, здесь вот две планшетки, в каждой по 15 цветов. В том числе здесь есть металлик. Присутствует прямо вот. Прям вот тут вот присутствует. Покажу вот так вам ниточки. Такие достаточно нежные, приятные цвета. Именно такие цветочные, но при этом не слишком яркие. Не агрессивные, а такие сдержанные, очень приятные оттеночки. И достаточно большое разнообразие, если вы посмотрите, то здесь присутствуют и зеленые оттеночки, и голубые, и фиолетовые, и розовые, то есть и бежевые. Разнообразие большое по цветам. Что тут у нас еще? Это инструкция на английском языке, это кратенькая. И схему посмотрим. Серия Gold Collection здесь у нас тоже написано. Здесь советы по началу работы. С другой стороны у нас тут информация по выполнению стежков, опять же, то есть как делать крест, как полукрест, бэкстич, лейзи-дейзи тут есть и французский узелок. И что делать по окончании работы, то есть там стираем, замеряем, как натягивать, то есть даже вот информация по натяжке тоже есть. Так, ну и самое интересное, иголочка у нас тут оказалась внутри, в таком вот пакетике. И вот такая схема. Достаточно она яркая получается схема за счет того, что здесь достаточно много красных обозначений красным цветом. Сразу бросается в глаза достаточно большое количество бэкстича.
И то, что схема достаточно такая пестренькая. Ну, собственно, что и понятно, это букет, в который входит множество всяких разных цветочков. Соответственно, хаос тут обеспечен. Так, по технике выполнения. Что тут у нас интересного? Угу. Крестик тут выполняется в две нити, только в две. Полукрест в основном в две, за исключением вот этого вот фоновой вот этой вот рамочки, там полукрест в одну ниточку. Есть цвета, которые используются исключительно в блендах, в смешанных цветах, и таких достаточно много. Пять цветов используются только исключительно в блендах. Большое количество бэкстича, разумеется, вышивается разными цветами, но практически все в одну ниточку, за исключением некоторых отделочных элементов, которые выполняются в две ниточки именно металликом золотым цветом. Как я уже упомянула, что в инструкции есть Lazy Daisy, и соответственно здесь они есть, и французские узелки. То есть, как обычно, фирма Dimensions в серии Gold Collection с разнообразием всяких различных стежков, чтобы не дать нам заскучать. В общем-то, этого я и хотела как раз, так что я вполне довольна комплектацией этого набора. То, что я вижу на схеме, меня все устраивает. Ну, в общем-то, все достаточно ожидаемо для такого набора. И меня вполне радует, как я уже сказала, то, что я вижу. Поэтому с удовольствием примусь за вышивку этого пакетика. Результат обязательно покажу, процесс тоже. В режиме реального времени можете за процессом следить у меня в Инстаграме. Ну а на сегодня все. Всего доброго. Пока.